Здравствуйте, друзья, дамы, господа, леди, джентльмены, любители баскетбола. Да, это я, да-да-да. Короче, живые эмоции, как вы говорите. Ну ладно, ладно. В общем, как у вас дела? Как настроение? Как семья? Как дети? Что-то давно не было видосов, а стрим что-то как-то мне лень, и времени нет, и да, я проснулся как-то поздно. В общем, решил я поиграть и записать, и поболтать, рассказать, что у меня как, что с планами, что с каналом. Ну, давайте начнем с простого. Что с каналом? Канал? Пока что я ничего. Я думал, мы сыграем, я даже на тебя подписан. Пишет кто-то зеленый. Сыграем, чё? Это кто? MP1. Я даже тебя подписан. Два очка, руки помнят, как два раза надо нажимать. А, хочешь поменяться? Даже так. Зря ты поменялся, конечно. Зря, учитывая, что я не играю ни хрена. Нельзя меняться. А, или он решил ССГ взять. Он типа решил спас мою задницу, я понял. Перфект! Короче, что с каналом? Канал пока что стоит, я ничего не снимаю на канал. Вроде как-то так. А, вот почему ДГ хочет меня, потому что он типа хочет СГ держать. Давай, крутись в мою сторону, не хочешь? Нет? Ага. А что не хочет-то? А, бля, ничего себе, какой молодец СГ. Ой-ой-ой, какая хорошая защита, а? И пацаны ничего не реализовали, и мы молодцы. Какие мы молодцы. Ю-ху! Два раза Д, два раза прокатил. Блядь, бегу, брат, бегу. Должен промазать, кстати. Мим, блядь. Мой косяк. Начинаю, блядь, серьезно играть и начинаю молчать. Короче, канал. Потихоньку вы смотрите видос, потому что там баскетбольных видосов-то куча. А чё ты стал-то? Я хотел пас отдать. Ну ладно, ладно. А, у нас же ДГ и ПФ, ёпта. А чё я кручу, чё я ебусь? Надо же наоборот скорить. Наоборот скорить надо. А наш ПФ чё ли не играет? Типа, ну, я вроде играл, на разминке нормально играл. Старался, блядь. Забываешь, что надо в ДГ бежать. Ладно, походу не попиздим сегодня. Короче, видосы смотрятся, ничего не снимаю, но это не снимаю ровно месяц. Потом начну снимать. Трое бегают у меня. Оп. Давай, ДГ, забивай трех. Я верю. Я типа люблю херней позаниматься, но не настолько. Ну что, все что ли? Так вот, видосы смотрятся, я обязательно продолжу снимать, просто сентябрь такой день, что мне... Ой, месяц. Такой месяц, что мне что-то как-то я устал, я давно хотел за перерыв, но все как-то совесть не позволяла. А вот в этот раз совесть позволила. Как-то да, как-то позволила мне совесть. Просишь, не? Смузи. А играть, честно говоря, тянет постоянно. Постоянно тянет поиграть, но все, то одно, то вот этот РП играю, то еще что-то, то еще куда-то там. То вечно забываю, то после работы... Бля, я не заметил. Бля. А чё ты далеко улетел-то, этот Рика наш? Рика далеко улетел. А, отошел и сразу получил. Так, меняемся. Если мы поменяли, значит все хорошо. Хороший пас, центровой. Далеко я стоял, далеко. Я что, карту там перекрутил на своем сейфе, так что... так что даже... What the hell are you doing? Даже не знаю, я сам не знаю, что я делаю, так что... Особенно после того, как ты месяц не играешь в баскетбол, ты сам не знаешь, что ты делаешь. Сука. Блять, ДГ со спины у меня мяч перехватил. ДГ.
с каких пор? Я что-то потерял? Или он всегда так умел? Хотя Люб центровый просил вообще. Аля, ну и сейф, ну брат, ну ты что блоку не поставил? Я помню, как мы в одном из видосов последних, как мы с собой блоки сочные ставили. А сейчас-то что не так пошло? 14 очков из 19. Я, конечно, готов так часто забивать. Блин, у меня как-то горло запершило почему-то. Простите заранее, а то там сейчас начнутся: «О, откашляйся, еще что-то сделай». Так это фишка, чтобы вас разозлить, чтобы бесились, чтобы... Ага. Ага, центровой с МСМ 50. Перепрыгнул меня 44, ну ладно. Видимо, он просто лучше. Просто охуенный, извините. Да. Играет, кстати, по 22 секунды до конца, пацаны. Так, мы ему помешали, но подбора не было. На месте крутится ДГ, крутится, вертится. Вертится, крутится. Знаете, что интересно для меня? Моим персонажем мне нравится, что он настолько долго прыгает на блок, что иногда он на ДД. Типа, я вроде прыгаю как обычно, а он на ДД руками машет. Итак, это шанс на победу. Ла, два очка. Ла перфекто. Как у вас дела, кстати? Как у вас учеба, может? Как работа? Опа, не успели. Ну и ПФ что-то не прыгнул. Как у вас работа? Как там семья? Нормально все? Сейчас карантин и везде у нас тут... даже у меня анализ брали, прикиньте. Анализ взяли, это просто жесть. Нос засовывали. Так засунули глубоко, что аж больно было. О, наш ПФ подобрать не может. 20 секунд, 30 секунд до конца. ДГ получает мяч. ДГ крутит, вертит. Я делаю форму. Бросаю и, скорее всего, забью. 18 очков. Ребят, я не играл, знаете сколько? Я не играл две недели, месяц, наверное. Ой-ой-ой, страхую, брат. Опа, хороший пас, перехват. Наш мяч, ДГ ведет. ДГ крутит, вертит. Отдам пас. Хуёво пас отдам. Но он выловил, и мы победили! La Champions! У-ху! Забавно, да? Забавно. Не играть, вернуться, забить 18 очков. И после этого вот так. В общем, как так. Всем счастья, здоровья, любви. Я буду продолжать снимать видосики. Хуёсики. Посмотрим, что будет из этого. Что за бонус? Что за бонус у нас? Крю, все, 500 экспы. Что за праздник? А, голд был, скорее всего, да? В общем, как-то так. Я снимаю для вас, все для вас.